С 1 мая по 1 июня добровольцы проекта «Красный нос дарит надежду» собирали деньги для помощи детям с онкологическими заболеваниями. Куратор проекта Анастасия рассказала нам об итогах акции. Благодаря доброте и отзывчивости тверичан фонду удалось собрать рекордную сумму за 3 года. Если сравнить показатели прошлых 2 лет, в 2011 году собрали 41 тысячу рублей, в 2012 – 219 тысяч. Акция проходит уже 3-й год, и люди стали узнавать «Красный нос», и огромное количество людей целенаправленно приходило в городской сад, либо на любую другую площадку, например, в Монкафе, где проходила выставка, и говорили: мы пришли сюда специально за красным клоунским носом, мы хотим помочь, мы участвовали. В прошлом году мы слышали, мы любим. В этом году, в течение мая, нам удалось собрать 306 тысяч рублей. Это новый рекорд, который ставит проект «Красный нос дарит надежду». Эти средства будут направлены на оказание помощи детишкам с онкологическими заболеваниями, а именно на оплату дополнительных исследований и медикаментов, которые не оплачивают бюджет. В течение месяца акции фонда проводились в городском саду, учебных заведениях, коммерческих компаниях и просто на улицах города. Каждый желающий мог стать участником. Для этого стоило сделать пожертвование от 50 рублей. Взамен в подарок выдавался красный клоунский нос, символ детства, счастья и радости. Все собранные средства пойдут на оказание адресной помощи детям с онкологией. Сумма позволит оплатить около 12 обращений в благотворительный фонд «Добрый мир».